В данном видеоролике хотела бы вам представить своего персонажа. Это я. Это вторая версия меня. Так что выбирайте, кто из нас лучше. Лично мне нравится мой нынешний персонаж, и что-то не очень хочется переходить на другого, но мне показалось, что тот тоже вполне симпатичный. Так что я поменяла только прическу, цвет волос и одежду. Ну, все мои аутфиты останутся такими же, естественно. Я просто буду их менять. Так что голосуем. Всем огромный сладенький привет, с вами я, Настя, и вы на моем канале Анастасия. И я назвала свою собачку Зефиркой, потому что мне посоветовала одна подписчица, и я приняла такое решение. Ей очень подходит это имя, потому что она похожа на маленькое прелестное маршмеллоу. И это видео вопрос-ответ. Только Talking Time. Как правило, такие видео в этой рубрике выходят без сценария, потому что мне придется отвечать на ваши вопросы, и я постараюсь что-нибудь симпровизировать с ответом. Я уже читала ваши вопросы и обдумывала ответы, поэтому я думаю, что получится вполне сносно, и я не буду слишком много запинаться и говорить... Парку. Какая твоя любимая локация в Toca World? Ну, скорее всего, моя любимая локация — это моя студия. Ладно, а теперь серьезно. Моя любимая локация — это и впрямь Toca Life After School. Вот, конечно же, дом из Toca Life Neighborhood, я думаю, что это моя, тоже считается моей любимой локацией. Ну, и, конечно же, парк аттракционов и бассейн. Нет, я думаю, что бассейн — это, по-моему, моя самая любимая локация. Второй вопрос от мистера Спаркл. Будешь выпускать долгие сериалы? Ну, я не знаю. Казалось, счастье далеко, это может быть не будет слишком-слишком долгие сериалы, и все спрашивают, когда он будет. Без понятия, ребята, я просто в отчаянии из-за этого. Поскольку я так и не ответила на вопрос, я думаю, что «Семья Джонсон» это будет как раз-таки многосерийный долгий сериал. Так что... Я думаю, что я удовлетворила тебя своим ответом, мистер Спаркл. И последний ответ от него. Играешь в Brawl Stars? Да, представь себе, только что начала. Теперь вопросики от Choco Toca. Играешь в Sims Free Play? Раньше играла, теперь удалила. Она у меня была взломанная. Это я ее сама взломала. Представьте себе, и нахватала много вирусов. Ладно, сейчас не об этом. Все вирусы уже устранены. Ах, я теперь играю в Sims 4. Пока, Sims Free Play. Ну или в Sims Mobile. Продолжаю вопросы от Choco Toca. Много друзей? Да, много, представь себе. Любимый Toca... Toca Tuber, я извиняюсь. Мой любимый Toca Tuber... Не могу сказать, что у меня их... Что у меня один любимый Toca Tuber. Я думаю, что это Milk Cat и Дори Тян. И, конечно же, начинающая Одри. Итак, по поводу Одри, прошу вас подписаться на ее канал. У нее очень-очень годный контент, она красиво рисует, но подписчиков не очень много. У нее почти 200 подписчиков, так что, ребята, подписываемся, добиваем ей эту цифру и набираем 300 и 400 и так далее. Ссылочка на ее канал в описании. Ну и дальше, нелюбимый токатюбер. Я не могу судить, потому что я... приняла позицию никого не осуждать. Мне это, конечно, очень трудно дается, но я не могу назвать кого-то своим нелюбимым токатюбером. Поэтому у меня их и нет, или они мне до сих пор еще не встретились. Следующий список вопросиков от Аньки ТВ. Часто играешь в Toca Boca? Ну, достаточно. Правда, я не совсем в нее играю, а когда появляется вдохновение, обустраиваю квартиры и создаю персонажей. Естественно, это все на камеру, чтобы выпустить когда-нибудь. Как давно ты играешь в Toca Boca? Я не знаю. Играю в Toca Boca достаточно давно, не подсчитывалось, честно, время. И я просто решила создать канал про нее, потому что мне эта игра нравилась. И даже очень-очень. Какой твой любимый персонаж Toca Boca? Это, конечно же, мой персонаж! Тара-трам!
Ну, я на самом деле не знаю. Сейчас я вам, может быть, его покажу из персонажей, которых создала игра. Ну, я думаю, это вот этот парень. И да, это не сарказм. Ну, я пойду. Иди, давай, иди. Окей. Билет. Мне 14 лет. Передай привет. Передаю. Привет, Анька ТВ. Это, кстати, уже второй приветик тебе. Теперь вопросы от Лёшки Лайв. Трудно ли снимать видео? Достаточно. Для этого нужно готовиться и писать сценарий. Я это очень дико не люблю. Но приходится, хоть я и не всегда это делаю. Как ты узнала про игру Toca Life World? Долгая история. Я начала играть сначала... В общем, мое знакомство с Toca Boca началось с Toca Boca Kitchen 1. Потом я перешла на Toca Boca Kitchen 2. И подумала, у этих разработчиков классные игры. И наткнулась на Toca Life City. С этого и началась моя любовь к Toca Boca. И я начала играть. Ну а потом вышла версия Toca Life World, где собрались все эти классные игры, потому что я себе все скачала. Ну, естественно, бесплатно, потому что деньги за это я платить не хочу. Ты играл в игру Hair Salon 3? Да, естественно, очень классная игра, всем советую. В какие игры играешь помимо этой игры? Я, опять же, как вам уже говорила, играю в Brawl Stars, Sims. И также Township, хотя я сейчас удалила Township, потом я играю в какой-то три в ряд. А, точно, Эльза и Анна вроде бы три в ряд, это там нигде замок надо строить. А, это Звездопад, по-моему, называется, я не помню уже. Ну, в общем, как-то так, это моя любимая игра, особенно из-за музыки. Больше молоко или сок? Естественно, сок. Потому что говорят, что молоко детям надо пить в детстве, а когда люди уже становятся, ну дети уже становятся подростками, потом взрослыми людьми, им не надо пить много молока, потому что это становится еще хуже для костей, потому что раньше молоко было нужно для костей, а сейчас оно уже нам не нужно, кости и так сформировались. Где живешь? Ну, мне интересно было бы увидеть Лёшку Лайв. И говорящего мне... Я знаю, где ты живешь. Ха-ха-ха! Ладно, это была шутка. Раньше я жила в городе Москва, но теперь я переехала вместе с родителями и живу в городе Агадир. Он находится в стране Марокко. Ну, это с двумя К пишется. Марокко. Так что можете на карте, в картах написать и найдете эту страну. Она небольшая. Помпом Симс. Есть домашние животные? Да, не одно. У меня есть две кошки и одна собака. Знают ли родители про твой аккаунт? Да, конечно, знают. И прими мои огромнейшие поздравления с 700 подписчиками. На тот момент у меня не было 700 подписчиков. Спасибки! Сколько тебе лет? Странный вопрос, ну ладно, я не вру, это мое настоящее имя, Анастасия. Давно в Toca? Ах, в Toca я, по-моему, с 2014 года, хотя нет, какой 2014 год? Ну, я начала играть в Toca, по-моему, с 2016, где-то так. Ну, я не знаю, на самом деле, я же вам сказала, что я не знаю, когда начала играть в Toca. Ты любишь своих подписчиков? Обожаю, это самые лучшие люди на земле. Передашь мне привет. Приветик тебе, милкшейк. Это были все вопросы на сегодня. С вами была я, Настя, и моя хорошенькая собачка Зефирка. Обязательно подписывайтесь на мой канал и обязательно поддерживайте меня в моей трудной ситуации с этим детским контентом. Я уже боюсь его ставить, потому что боюсь, что мой канал просто убьют. Отключат комментарии
и перестанут выдавать видео в ленту, перестанут присылать уведомления. Я об этом слышала от Milk Cat. Не знаю, правда ли это все. И, конечно же, я боюсь сделать контент не для детей. Поэтому сами скажите мне, как решать. Я реально сейчас грустная. Всем пока, ребятки.